Всем привет, друзья, товарищи! Новый и очень необычный ролик на нашем канале Покемоша Лайф. Электрическая железная дорога, она же пионерская, от 1951 года. Вещь, которую нам дали всего на пару дней для съемок этого фильма. Смотрите, какая штука. В 1951 году московский завод «Москабель» освоил производство модели электрической железной дороги в масштабе 1 к 45 сложнейшего на то время технического уровня. Игрушка была упакована в огромный деревянный ящик, а внутри можно было найти электровоз, 2 пассажирских вагона, крытый вагон, вагон-платформу, блок питания с регулятором скорости, рельсы, прямые 7 секций, радиусные 16 секций и 2 стрелочных перевода, а также пассажирское здание, вантовый мост с ездой понизу, переезд, блок-пост, железнодорожник на подставке, 3 фонаря, 3 светофора и 2 вида монтажных проводов. Из всего великолепия прошлых лет мы располагаем только электровозом, пассажирским вагоном и платформой, а также мостом, фонарем и светофором. Но даже это мега круто, ведь дороги, напомним, уже 73 года ошалеть. Не будем тянуть резину, начнем. Тарам! Друзья, товарищи, предлагаю начать по возрастающей. Сначала грузовой вагон, потом пассажирский и затем гвоздь программы – электровоз, а может быть тепловоз или что-то среднее. Тарам! Первый номер нашей программы. Вот такая четырехосная грузовая платформа, полностью из металла. Достаточно тяжелая и только за счет своего веса выглядит очень солидно. Замерим длину этой платформы. Вот видите, от борта до борта 205 мм. А по 7 автосцепок будет примерно 270 мм. Ширина платформы 67 мм. Ну а высота грубо 50. Что тут прежде всего бросается в глаза? Именно поворотные тележки. Посмотрите, какой здесь сделан механизм поворотный, а-ля шкворень. И на шкворне тележка может вращаться на 360 градусов и даже больше. За одной с тележкой установлена вот такая автосцепка, причем сцепка действительно способна соединяться автоматически. Колесные пары металлические и, кстати, видите, уже относительно оси колесо способно вращаться. Вот такие огромные гребни, и это какой-то непонятный сплав. Если кто-то знает, что это за материал, напишите, пожалуйста. Смотрите, отдельным элементом выполнены буксовые узлы. Причем они, похоже, заклепаны. Вон клепочки. Сымитированы рессоры сверху. А здесь что-то по типу тормозно-рычажной передачи. Каких-то других подвагонных элементов здесь не представлено. Ну, скажем, тормозное оборудование, только тележки. Но они очень тяжелые, правда. Навскидку рама имеет толщину 0,5 мм. И штампованные боковины. Выточены буфера, смотрите, тоже металлические. Ну и, в общем-то, все основное. На вагоне присутствуют некоторые служебные надписи. В частности, вот это клеймо завода, МЭП. И еще, смотрите, знак ромбиком, а-ля Рено с буковкой Я. Надо взвесить этот вагончик. Вот, смотрите, 250 грамм. Всего было выпущено 5 с небольшим тысяч таких дорог, совсем немного для СССР. Примерная численность населения Союза в начале 50-х около 185 миллионов человек. Получается, одна такая модель приходилась примерно на 35 тысяч человек. Это для понимания, насколько такая игрушка была редкой и желанной. Известно, что она в собранном виде демонстрировалась в центральном детском мире, причем с дополнительным антуражем, целый макет, восхитительно. Увы, по некоторым данным, этот макет впоследствии был утерян. Следующий номер нашей программы значительно интереснее. Это тарам, пассажирский вагон. Офигеть, там что-то внутри есть. Да, ребята, он весит еще больше. Прямо вообще тяжелая, как собака. Но имеет такие же тележки. Синий кузов
и все здесь также выполнено из металла, за исключением, пожалуй, окон. Отметим, что такой цвет вагонов присущ именно ранней партии, первые десятки комплектов дорог. Упомянем заодно и инструкцию, которая тут не сохранилась, но выглядела именно так. А вот фото последующих инструкций разных лет. Смотрите, тут какой механизм. Офигеть, он причем рабочий. Смотрите, народ. То есть дверь могла закрываться и открываться. Офигеть. Так вот взять. И вот так вот, оп. Видите, дверь закрыта. Внутри нет никакого антуража, но чтобы это было незаметно, на окнах, вот здесь вот видно, смотрите, накладывались вот такие матовые, ну типа стекол, вот они. К сожалению, здесь уже они от старости пошли в расход, но это можно все пофиксить. Как известно, эти вагоны имели внутреннее освещение. И это было, конечно, вообще фантастика. Просто космос для 51 года. А освещение, видимо, бралось с третьего рельса. И токосъем осуществлялся вот этой вот токосъемной пластиной. Прототипы декалей. Такой же значок ромбический с буквой Я. С этой стороны лейбл завода МЭП. Герб Советского Союза. А вот торцевые стенки. Видите, хвостовые огни, но почему-то два, третьего нету. Такие же унифицированные с платформой буфера и такие же автосцепки. И смотрите, конструкция аналогична. Ну что, давайте взвесим нашего героя. Включаем. 1,5 килограмма. Офигеть. Итого получается платформа и пассажирский вагон уже 750 грамм. Давайте посмотрим, как они сцеплялись между собой. Итак, вот получается едут они. Итак, вот фигак, смотрите, ёба прицепились, вот. Наконец, друзья, переходим к главному герою, теплоэлектровозу. И вот он, смотрите, ребята, электровоз от 1951 года. 73 года вот этой модели. Просто невероятно. Это же целая эпоха. Наша дорога супер крутая, ведь она, как было сказано, практически из самой первой партии. Это видно хотя бы по локомотиву. Смотрите, он зеленый. Впоследствии окрас сменили на синий. Имеет вот такую серию ИС-51, Иосиф Сталин, 51 год. После 20-го съезда КПСС в 56 году эту надпись упразднили. А самые-самые первые электровозы поставлялись без таких накладных гербов. Еще на ранней дороге были цельнолитые рельсы и вантовый мост достаточно сложной конструкции. Впоследствии его упростили, фермы стали просто штампованными. Очень тяжелый локомотив, полностью выполненный из металла, за исключением стекол. Давайте взвесим. Не терпится посмотреть, сколько весит эта зеленая птица. Включаем. И смотрим. 2 килограмма 450 грамм. Вот это да. Практически 2,5 килограмма. Причем, заметьте, тепловоз этот без средней ведущей тележки, у которой был еще свой электродвигатель. Можно предположить, что ходовая тележка обмоторенная весила еще 0,5 кило. Электричество. Данная дорога питалась от бытовой сети на 127 вольт. Да, до 60-х годов в розетке напряжение было именно таким. Блок питания понижал его от 5 до 13 вольт для питания коллекторного электродвигателя переменного тока электровоза, а также питание лампочек на 13,5 вольт. Увы, такой двигатель не имел дистанционного реверсирования, и направление движения осуществлялось переключателем на самом локомотиве. Интересно, что здесь была представлена мономоторная тележка. Один тяговый двигатель на две колесные пары. Фактически такую фичу НЭВС сумел провернуть в 1976 году на опытном электровозе ВЛ-83. Наша модель в заводском окрасе, никому, к счастью, не пришло в голову ее перекрасить. Причем видна еще грунтовка, ребята. Офигеть. Вон, смотрите, модель сначала грунтовали, а затем уже наносили эту эмаль.
Отдельного внимания заслуживает то, как эта модель изготавливалась. Видите, здесь шов. Шов идет через весь кузов и вот эти боковые стенки. То есть сама модель состоит из двух таких вот продольных половинок, которые после их изготовления соединялись между собой. Здесь вот такая звезда. Звезда, кстати, прикручена на такой шпильке четверочкой. Смотрите, какая толщина нашего героя. 3-миллиметровая стенка. Да блин, у реального электровоза меньше толщина. Тепловоз, блин, электровоз этот имел прожектор. Прожектор также функционировал. С этой стороны еще остался патрон с контактом. И сюда выворачивались лампочки. Глядите, поручни выполнены из двух отдельных деталей. Сначала вот эти элементы, которые вставляются в кузов, а к ним уже крепится сам поручень. Двери здесь не функциональны, не открываются. А все надписи на тепловозе отлиты заодно с кузовом. Конструкция телег уже посложнее, и сами колесные пары значительно сложнее. Они похожи как на настоящем локомотиве. Имеются, смотрите, колесные центры, и на них уже напрессовывались бандажи. То есть спецованные колеса, и это очень редкий случай, чтобы на модели были спецованные полноценные колеса. Боковины тележек детализированы достаточно скудно. Имеются такие буксы, причем видно, что здесь подшипники скольжения, рессоры, и здесь, видимо, тоже какие-то элементы рессорного подвешивания. Как рассказывали владельцы этих дорог, за счет того, что основной вес от тепловоза приходился именно на среднюю тележку, крайние тележки были несколько разгружены, и иногда не могли сходить, происходил сход. Но при этом тепловоз продолжал ехать и ехал до первого стрелочного перевода. Но на первом стрелочном переводе он не сходил полностью, а тележка, как на лягушке, опять запрыгивала на рельсы. Кстати, стекла, смотрите-ка, это просто специальная такая пленочка. Это не оргстекло, это именно специальная пленка. Вместе с поворотом тележки также поворачиваются автосцепки. То есть конструктивно получается, что все тяговые и тормозные усилия передаются через рамы тележек. На нашем тепловозе осталась только одна автосцепка, с другой стороны она уже, видите, потеряна. Но в принципе можно ее сделать самому. В общем-то здесь ничего сложного-то нет. Есть мнение, что прототипом нашей дороги послужила американская от фирмы Lionel. При движении поезда, а он разгонялся до 3,5 километров, из будки стрелочника выходил железнодорожник с работающим фонарем зеленого цвета. Дежурный по станции встречал поезд и поднимал руку с зеленым флажком. В вагонах горело освещение, у тепловоза прожектор, а шлагбаумы опускались и поднимались. В качестве бонуса, друзья, товарищи, мы хотим вам показать еще некоторые сохранившиеся элементы от этой железной дороги, которыми нам разрешили воспользоваться. Во-первых, вот такие фонари. Эти фонари очень высокие. Высота фонаря составляет примерно 255 миллиметров. К сожалению, здесь отсутствует плафон. Вот на фотографии можно видно, какими они были красивыми. Сюда вворачивалась лампочка. Плафоны, видимо, тоже могли сниматься для обслуживания этих ламп. Фонари, кстати, тоже из ранней партии. Потом они изменились по конструкции. Имеется два контакта. Можно было сюда вставлять провода, фиксировать. Один из этих проводов минусовой. Вот эта масса. Видите? То есть масса все металлические конструкции. А это уже плюсовой провод, который шел туда внутрь. На каждом фонаре был такой штамп ОТК, отдел технического контроля. За счет длины провода этот фонарь можно было разместить в любой точке на этой железной дороге. И даже помимо нее. Просто офигенно. Вот, ребят, смотрите, какая штука. Уже во время монтажа мы нашли лампочку, поставили ее. Немножко восстановили электрическую цепь, и вот фонарик светится. Глядите, какая красота. Это ж теплый ламповый свет получается. О, видите, как все светится. Эх, такая штука. Но это еще не все. Кроме фонарика, нам разрешили воспользоваться вот таким светофором.
На этой железной дороге была реализована простейшая автоблокировка, то есть некий комплекс технических средств, который позволяет разграничивать поезда при их движении. Единственный нюанс, который бросается в глаза, почему-то желтый размещен в середине, а не сверху. Все-таки на самом деле желтый, зеленый, снизу красный. Смотрите, здесь сохранились еще лампочки. Вот они, три лампы. И на них еще имеются спирали. Завершим нашу программу вот такой штукой. Это мост, который также использовался на этой пионерской железной дороге. И что самое важное, это ранний мост. Это мост, который был только на самых первых выпусках. Вантовый мост, видите, он из отдельных таких составных элементов. К сожалению, кем-то когда-то давно он был уже перекрашен. Важно для нас, что вот этот мост имеет еще дополнительно вот такие рельсы. И рельсы это тоже ранние. Здесь проходил еще третий контактный рельс. К сожалению, его уже почему-то нету. Демонтировали. Но вот так выглядели первые рельсы. Тарам. Тарам. Во, по столу. Он сразу катиться начинает. Смотрите, ребята. Эх, солидные. Тепловоз весит, ну, если со всеми тележками, 3 килограмма. И плюс состав тоже килограмма 3 может весить. Эти 6-килограммовая штука, вот такая дура, будет ехать. Это же просто офигенно. Между прочим, наш сегодняшний пациент засветился в старинном фильме «Алешкина охота». Там родители приобретают такой набор своему сыну и затем сами собирают его всю ночь. Впрочем, неудивительно рассказывать, что даже люди с техническим вузом за плечами не всегда сразу соображали, куда воткнуть тот или иной контакт, чтобы вся дорога могла работать корректно. Тем более, что в ней была даже реализована автоблокировка. Цена. Вот что вы, конечно, хотите знать. После денежной реформы 61 года стоила модель 36 рублей. А средняя зарплата тогда составляла 77-80 рублей. Ползарплаты на игрушку немногие могли себе это позволить, а тем более размеры пациента весьма солидные. Одна только протяженность путей составляла 9,3 метра. Разместить такую дорогу в обычной хрущевке было довольно-таки проблематично. Вот такой рассказ об этой довольно-таки уникальной на сегодняшний день игрушечной дороге. Хотели бы вы иметь такой макет у себя дома? И главное, за какую цену согласились бы его купить? Напишите в комментах, пожалуйста. Мы благодарим владельцев за предоставленную возможность снять модели на видео, а зрителей за просмотр ролика. Оценивайте его лайком или дизом, подписывайтесь на канал. Еще раз всем спасибо и... До новых видео!